Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 15 декабря. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Утром ветер дует без образования инея. К бурану. Шерсть у зайца жестче обычного. К продолжительной зиме. Медленное понижение кромки облаков. К снегу. А какая же погода ждет нас завтра, 15 декабря? Сейчас я вам об этом поведаю. На хуторе Сладкий Сальского района Ростовской области воздух прогреется до 2 градусов. К минусовой температуре точно не стоит готовиться. Только вот об осадках забывать не стоит. Послезавтра встречайте дождь. В селе Сладковское Слободо Туринского района Свердловской области температура опустится до 9 градусов. Пятница выдастся снежной. Погода уральцев не балует. Впереди еще большие похолодания. В селе Сладково Илекского района Оренбургской области аж минус 13. Днем будет светло и ярко. Это обеспечит солнышко. Люблю такую погоду. Она меня как будто в детство возвращает. В селе Сладкое Ешалтинского района Республики Калмыкия все еще плюсовая температура и дожди. Когда большинство россиян уже горки да снеговиков лепят, жители села Сладкое под зонтиками прячутся. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!